Так, видно ли меня, слышно ли меня? Трансляция завершена. Что за фигня? Что за фигня? Ладно. Завершена, так завершена. Снимаем контакт. Нет. Или есть эфир? Не могу понять. 16 человек подключено. А где у меня какая трансляция завершена? Тан-та-та-тан-тан. Разберемся. Закрепляю трансляцию и так в чат заглядываем. Видно и слышно. Да, хорошо. Итак, друзья, у нас сегодня финальное занятие онлайн-курса «Пьеса за неделю». И сейчас давайте мы посчитаем, сколько у нас участников дошло до конца. Так. Посчитаем. Всех. Если за неделю, сначала новые. Так, раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 человек у нас написали пьесу. Молодцы. Очень хороший результат, я считаю. Я думаю, что какое-то количество, может быть, еще напишет. Напишет позже, закончит свои тексты. Может быть, кто-то в записи посмотрит урок и запишет. Значит, что мы делаем дальше? Что, вот написали пьесу, да, у вас есть законченный текст. Что с ним делать? Ну, во-первых, все-таки одноактная пьеса – это довольно специфическая история, так же, как и короткометражный фильм. В каком случае одноактная пьеса, вот то, что вы написали, вот этот текст, в каком случае может пригодиться? В том случае, если идет какая-то... Ну, какой-то тематическая подборка, да, то есть идет как какой-то спектакль-альманах, да, например, берется какая-нибудь там тема любви, да, и вот ваша пьеса, она там на тему любви или там тему родного города, родного края. И в этом случае две-три пьесы собираются, две-три одноактовки из них делается такое театральное представление. Также это может быть интересно студентам театральных училищ, если они хотят поработать с современной драматургией. Тоже вполне может быть. Так же, как и короткометражный фильм, да, он в каком случае становится нужным, становится востребованным? В том случае, если, например, делается какой-нибудь альманах, да, «Я люблю тебя, Москва», «Я люблю тебя, Нью-Йорк». Или тема какая-то, опять же, да, отцы и дети, любовь, первое свидание и так далее, да. И на эту тему собираются короткометражные фильмы и снимаются разные режиссеры, снимают кино. Были такие альманахи там, кино про кино и так далее.
Либо, если начинающий режиссер, выпускник там, условного ВГИКа, да, ему нужна короткометражка для того, чтобы как-то о себе заявить. И вот он снимает короткометражный фильм. Я одно время входил в жюри этого короткометражного на Кинотавре, ездил туда, делал мастер-классы. Где-то тут я даже выкладывал фотки. Там, в числе прочего, есть историческое фото, где, значит, Жора Крыжовников, в то время режиссер маленькой короткометражки, довольно симпатичный, но не самый выдающийся из тех короткометражек, которые в том потоке были, значит, сидит и внимательно слушает, что я там вещаю. Ну, довольно забавно. И да, короткометражка снимается и отправляется куда-то на какой-то фестиваль, и дальше режиссер, сценарист, актеры, да, они там становятся замеченными и получают заказ либо на сериал, либо на полнометражный фильм. Вот с пьесой то же самое, да, то есть нужно идти куда-то на конкурсы, да, то есть смотреть, подходит ли текст под условия конкурса, и дальше я отправляю пьесу на конкурс. Это один из трех главных путей, с помощью которого драматурги в России пробивают себе дорогу. Ну, не только в России, во всех этих самых, во всех, на всем постсоветском пространстве. В Америке таких конкурсов практически нет. То есть есть, но типа очень мало, и они такого локального масштаба. Там театральное искусство вообще не очень практикуется. В Европе я специально заказывал ресерч. То есть я специально человека, живущего в Германии, со знанием английского, французского языков и с очень хорошим знанием театра, я прям нанимал, оплачивал эту работу, да, и человек несколько месяцев делал ресерч по театральным конкурсам европейским. И там хрен да ни хрена. То есть там для драматургов в итоге как бы мы посмотрели и поняли, что там ну практически нет конкурсов, да, то есть там опять же есть какой-нибудь условно какой конкурс какой-нибудь земли саксонской, да, для авторов, живущих в этой саксонской земле. Там полторы коллеги в этом конкурсе участвуют. Вот, никаких крупных именно драматургических конкурсов нет. Один единственный конкурс в городе Висбаден под названием «Новая пьеса из Европы». То есть это конкурс этих самых спектаклей, там показывают спектакли, но соревнуются там именно пьесы. Я, кстати, выиграл гран-при в свое время этого конкурса и общался, не знаю, жив ли в то время, ему 90 лет было, с основателем этого, с учредителем этого конкурса, он приезжал в Москву. Так вот, значит, большое количество драматургических конкурсов в России на любой вкус. Фактически каждый месяц есть какой-нибудь интересный драматургический конкурс, на который можно свою пьесу отправить. И в нашей мастерской мы это будем делать. Когда мы напишем большую пьесу для Большого театра, мы будем делать с ней то же самое, отправлять пьесу на конкурс. Это путь, которым все успешные драматурги наши все ходили. Они все, и Родион Белецкий, и Воропаев, и Клавдиев, и Дурненковы братья, и Пресняковы, и Ярослава Пулинович, и Коляда, да, все. Ну, Коляда, ну, там тоже были в то время, тоже были драматургические конкурсы. И Коляда сам учредитель конкурса «Евразия» и фестиваля «Коляда Плейс». Значит, через все это, через все эти конкурсы мы проходили. И они работают очень хорошо. И мне случалось видеть, что автор, вот только-только он выигрывает конкурс какой-то, да, и дальше все, уже пьеса полетела. «Убийца», кстати говоря, тоже, она была на Любимовке, и сразу же после читки на Любимовке Елена Анатольевна Гремина, «Царствие небесное, светлое место», слушала эту читку, да, и сразу же после читки она приняла решение, что эта пьеса будет поставлена в театре «Док».
И так оно и произошло. То есть очень быстро в этом смысле решение принимается, если пьеса нравится. Список, я думаю, что, может быть, еще есть какие-то места, где собираются списки, но вот моя ученица Анна Донатова, она, кстати говоря, одна из тех, кто проходил самый первый еще в ЖЖ в декабре 2008 года, самый первый наш онлайн-курс, с которого и началась наша сценарная мастерская. Вот Аня сделала такой сайт «Драмафонд». И вот, значит, там, я не знаю, насколько он обновляется, есть ли там какие-то новые конкурсы. Я что-то ссылку глянул, там вроде там последние 19-20 года. Но, по крайней мере, там все известные мне конкурсы театральные, там все собраны с сайтами тех самых. Так что зайдите, ссылка в описании имеется прямо у вас перед глазами, сохраните ее, посмотрите условия конкурсов, полазьте по сайтам и вообще, если, опять же, вы планируете это серьезно этой темой заниматься, написанием театральной драматургии, да, то следующие пару лет нужно посвятить тому, чтобы в паре тройки этих конкурсов выиграть. И тогда вы будете заметны как драматурги. И составить какой-то план, да, понимать, ага, Любимовка принимает, по-моему, до 1 августа, что ли, да, действующие лица принимают там тогда-то, Евразия принимает тогда-то. В основном там Любимовка в сентябре, по-моему, Евразия вот где-то в этих числах должна быть, да, то есть где-то за месяц, за два до фестиваля заканчивается прием. То есть посмотреть, куда можно... куда, когда, какие тексты отправлять. Я вообще советую, конечно, писать новый текст на каждый новый конкурс. Это, скажем так, стимулирует и, собственно, писать новые тексты. Насколько понятна эта мысль по поводу участия в театральных конкурсах? Если все понятно, напишите «понятно». Если есть вопросы именно по конкурсам, то задайте ваши вопросы. Так, есть ли у нас Наталья Колодезная здесь? Если вы здесь, то ответьте на мое сообщение или напишите в чате, что вы здесь есть. На каждый конкурс разные или на все одну и ту же пьесу? Ну, на самом деле нет большой беды, если вы одну и ту же пьесу будете отправлять на разные конкурсы. Но я все-таки советую, опять же, на начальном этапе, да, то есть вот сейчас... уже имея и довольно большой опыт, да, и занимаясь и кучей других разных дел, я сейчас пишу одну небольшую пьесу в год, небольшую, на вот примерно вот такого формата, как вы написали сейчас, просто чтобы сохранять как бы одну ногу, одной ногой стоять на этом, на театральной сцене. Вот, но в целом, да, это хороший темп писать одну пьесу в год. Но когда я начинал, когда я осваивал ремесло, я писал там 3-4 пьесы в год. И это нормально. Там Коляда всегда был писучий очень сильно. Он писал тоже, это я от него слышал, да, что когда он начинал, он писал там 5-6 пьес в год. Брал количеством. Зачем набирать опыт? Набирать опыт. И это попробовать, и это попробовать, и комедию попробовать, и трагедию попробовать, и монопьесу попробовать, да, и пьесу с большим количеством персонажей попробовать, и сказку попробовать, и мюзикл попробовать, да, то есть пробовать максимально там, пробовать все. А вот, и если вы будете выдавать там 3-4 пьесы в год, и очень многие знакомые мои авторы, опять же, да, когда начинали писать, да, у них темп был вот такой, 3-4 пьесы в год. Потом постепенно он стабилизируется, да, и где-то через 3-4 года переходишь на одну пьесу в год. И это уже нормально. Вот, поэтому, да, у вас будет каждая новая пьеса. Это не значит, что каждая следующая пьеса будет лучше, чем предыдущая. Я вам об этом уже говорил, да, нет никакой гарантии. Вполне может быть, что вы там первую пьесу напишете отличную, а все остальные будут хуже. Такое тоже может быть. Никакой справедливости в этом отношении нет. Дальше. Следующее, что вы можете сделать. Конкурсы. Я не знаю, существует ли сейчас журнал «Современная драматургия», к сожалению. Я только сейчас про это вспомнил. Надо было посмотреть сайт.
тоже в свое время это был ну, такой нормальный социальный лифт. Он выходил 4 раза в год. Там была сильная очень редакция. Главный Вольшанский, значит, и, значит, Коровкин был замом, собственно, работал с драматургами. Потом Родион Белецкий занял место зама, работающего с драматургами. Тоже очень хорошо в этом смысле помогал ребятам. И они отчитывали все лонг-листы всех драматургических конкурсов. И им тоже напрямую можно было отправить пьесу. Тоже мне случалось это делать. Я отправлял им пьесу, пьеса «Фолкнер» была отправлена им, и они прочитали, сказали, да, отлично, все, мы публикуем. Несколько моих пьес там. «Дневник Шахида», по-моему, публиковался, «Убийца» публиковался, «Фолкнер». Вот несколько пьес там публиковались. И, естественно, журнал попадает во все театры и тоже, да, дальше может быть постановка. Но, по-моему, все-таки их закрыли, потому что какое-то время у них там были проблемы с финансированием, это надо уточнить, найти сайты. Посмотреть, кто-нибудь, если кто-то в курсе, существует ли сейчас современная драматургия, пару лет назад там прям их сильно штурмовало, то поделитесь в чате информацией. Дальше следующее. Это, собственно, обращение в театры. Да, вот есть у вас пьеса. Это вам сейчас, как я уже говорил, да, у нас цель данного курса — написание одноактной пьесы, но моя как бы стратегическая цель, да, этот курс — это подготовительный курс перед нашей с вами работой в большой, в нашей сценарной мастерской, на большом курсе, на трехмесячном курсе в нашей сценарной мастерской. И там мы с вами будем это все глубже и подробнее обсуждать. И там вам это многое понадобится из того, о чем я вам сейчас рассказал. Одноактную пьесу в театры, конечно, я не рекомендую отсылать. Это пустая трата времени и пустое беспокойство людей. Да, в театре, в стационарном театре, одноактная пьеса может пригодиться только в одном случае. Если у театра есть другая одноактная пьеса, которая по смыслу подходит к вашей пьесе, и они очень хотят ее поставить. Например, у меня была такая пьеса под названием «Адреналин». Вот как раз-таки это одна из, что называется, ранний Молчанов. Там все в порядке, там две девочки-лесбиянки, значит, там этот самый, надо, кстати, узнать, может, там уже запретили спектакль за гей-пропаганду, там и мат-перемат, все на свете, да, такая новая драма хорошая, про девчонок, которые живут в провинциальном общежитии, и это такая, ну, одна актовка, ее, если поставить на сцене, ну, там полчаса будет. Тогда мне еще сложно было написать большую пьесу, и, соответственно, вот, ну, получилось то, что получилось. И эту пьесу в Новосибирском, по-моему, в Новосибирске, или не помню где. По-моему, что-то мне запомнилось, что в Новосибирске, в Новом театре. Помню, что театр называется «Новый театр». И вот как-то они там взяли эту пьесу, да, сделали читку, хотели поставить. Одни актрисы должны были играть, потом другие актрисы должны были играть. Даже мне какие-то фотки с репетиции присылали. Вот. И в конце концов они нашли какую-то, ну, зарубежную какую-то пьесу, короткую тоже. И они соединили две пьесы и из них сделали такой спектакль. Вот только в этом случае, да, но они там прям, им нравилась пьеса, и они хотели ее поставить. Вот поставили. В итоге вот где-то года 3, наверное, назад была там премьера. Тоже мне фотки присылали. Вот какова вероятность, что на вашу же тему у театра будет своя какая-то пьеса, которую они очень хотят поставить. И ищут для нее, что называется, ну, бисайд. Как в это, когда выпускали пластиночки, да, 45-ки. Там с одной стороны всегда был хит, а с другой стороны, что называется, бисайд, да, сторона Б. Просто песня на добивку. Вот чтобы ваша пьеса стала таким вот бисайдом на добивку. Вероятность невелика. Поэтому нужна пьеса, продолжительность которой была хотя бы там час 10.
То есть это тоже одноактная пьеса, и ее, по крайней мере, да, часовой спектакль можно поставить, на него можно продавать билеты. То есть есть исключения. Я знаю, у нас были спектакли, у Рыжакова был, по-моему, 20-минутный спектакль, а в театре ДОК был экспериментальный спектакль по пьесе Пришко, который вообще из одной фразы состоял. Там мылся чувак в душе. После этого одна фраза произносилась, что вернулся солдат на побывку домой, тоже дословно не помню, да, а обратно в армию не пошел. Вот как-то так это звучало. Вот, и после чего, да, то есть из одной фразы, 5 минут длился спектакль, после чего было обсуждение спектакля со зрителями. Ну, это такой перформанс скорее, чем спектакль, такая разовая акция. Поэтому, по крайней мере, час материала у вас должен быть. Но по-хорошему должна быть двухактовка. Два акта с одним этим самым. На сегодня для современной пьесы два акта – это стандарт. То есть, как правило, все современные пьесы – это либо одноактовка на час 5, час 10, либо двухактовка, примерно на 2-2,5 часа. Редко-редко, когда трехчасовой спектакль, да, и три акта. Да? То есть, если три акта, то, скорее всего, это какая-то классическая старая пьеса. Вот пишет, да, вот Василий мне пишет как раз, современная драматургия перестала выходить в 21-м году. Вот я помню, что тогда у них были проблемы какие-то именно с финансированием. Очень жаль, на самом деле, действительно очень жаль, потому что это важная театральная институция, и жаль, что не смогли эти 3 копейки на издание этого журнала найти. У них еще помещение было очень такое козырное, рядом в переулке с Малой Дмитровкой, то есть там вполне может быть, что еще на помещение кто-то позарился. Но неважно, тем не менее, да, то есть самое главное даже не то, что они печатали на бумаге пьесы, да, а самое важное то, что они с авторами работали. То есть они пьесу никогда не брали as it is, да, то есть они брали и там иногда... Там, «Дневник Шахида» я несколько раз переписывал, прежде чем Коровкин там устроил. Вот. И «Убийцу», кстати, тоже там правки какие-то были. Ну, там мелочи были. Например, там «Город Сокол» в изначальном варианте был, и он что-то вот не понравился. Этот самый сказал, что странное название для города. «Давай сделаем «Оскол». Я говорю, ну давайте сделаем «Оскол». Хотя «Сокол» — это город в Вологодской области. И в реальности это именно в «Соколе» происходило. Происходили действия эти. Ну, как бы для меня это не так важно было название. Вот, значит, отсылать пьесы. Здесь есть два варианта. Один вариант — отсылать в электронном виде. Опять же, в интернете можно найти, есть списки всех театров. Есть множество сайтов, на которых находится эта информация. Да? Ходите по сайтам театров, собираете информацию, собираете имейлы, значит, и потом рассылаете в электронном виде, рассылаете свою пьесу. Я это делал в свое время. К сожалению, у меня в то время еще не было сервисов рассылочных. Я это посылал вручную, да, то есть я сидел, а Яндекс еще блокировал письма, там больше 10 писем в день отправляешь или больше 20. Яндекс начинает там, типа, ты спамом занимаешься, типа, дай-ка я тебя ограничу вообще отправку писем. На следующий день садишься и опять начинаешь рассылать. И я отобрал, по-моему, около 300 именно драматических театров, да, то есть понятно, что в театр кукол бессмысленно отправлять, да, и вот отправлял всем пьесу «Убийца». И сразу же реакции не было никакой. Я получил 2 ответа, то есть один ответ был, что типа, чувак, ты ошибся, это вообще не театр, да, и второй ответ, что типа, да, мы театр, но мы... Там современной драматургией не занимаемся. Но, тем не менее, эта пьеса попала так или иначе, даже вот с такой ковровой бомбардировкой, да, она все равно попадала в какие-то руки. Из Архангельска на меня потом выходили люди. И я так понимаю, что так или иначе, вот эта волна постановок пьесы, она в том числе связана вот с этой моей рассылкой. Почему? Потому что у всех завлитов театральных, у всех пьеса была на руках.
В Новгороде она была, в Великом Новгороде, в Пскове, где еще не помню, где только не ставили. В Вышнем Волочке, в Йошкар-Оле, да, вот где не была, где были постановки, да, там пьеса была уже в театре. То есть им не надо было ее бегать и куда-то искать. А вот. И я совершенно точно знаю, что именно с этой рассылки Влада Куприна завлит московского ТЮЗа, да, она получила эту мою рассылку, прочитала пьесу, она ей понравилась, она ее притащила, прочитала Генрете Яновской. Яновская заставила ее еще раз прочитать, она и вслух читала два раза эту пьесу, после чего там был вызван из Питера Митя Егоров и поставил пьесу. То есть это работает. В тот момент мне казалось, что это не работает. Почему? Потому что не было реакции сразу же. Да, но реакция пошла где-то через год после этой рассылки. Все-таки, ну, нужно, чтобы там до всех как-то, ну, чтобы пьеса поварилась, мысль поварилась в голове, что вот можно эту пьесу поставить. Плюс еще оглядывались, естественно, на Москву, да, и увидели, что ага, в Москве уже поставили, уже в двух театрах в Москве поставили, в Доке и в ТЮЗе. Да плюс еще на «Золотой маске» там был драматургический конкурс конкурсов, и она выиграла этот конкурс. Вот типа на «Золотой маске» выиграл текст. Значит, наверное, знак качества есть, можно ставить. Вполне можно это делать такую рассылку. Мой приятель Родион Белецкий делает в таком случае следующим образом. Он распечатывает текст пьесы. Есть специальные мастерские, да, где можно пьесу распечатать и можно сделать ей переплет. Сейчас все это сделать еще проще. Есть сервис под названием Readero, в котором вы можете взять и свои пьесы напечатать. Даже если одна пьеса и в ней 30 страниц, ее можно напечатать маленькой такой брошюркой в Readero. Сделать обложечку. То есть все будет, код не будет присвоен этой книге, там все будет по науке. Вот. И затем с этой книжечкой можно сделать следующее. Можно взять, например, 10 экземпляров этой книжечки и сходить в магазин. На Малой Дмитровке есть магазин «Театральная книга» справа от СТД. И они принимают книги на реализацию. То есть, естественно, вы не сразу же их получаете, да, вы выставляете за какую-нибудь цену, там хорошие очень тетушки, за там 100 рублей, 50 рублей выставляете, ваша задача же не заработать, да, а ваша задача, чтобы, там, я помню, я с ними разговаривал, я туда приносил, я напечатал, когда «Убийцу» в книжечке, значит, принес туда им, и они говорят, какую цену ставить? Я говорю, не знаю, поставьте рублей 500. Ну, для меня 500 и 100 рублей или там 1000 рублей, для меня это одни и те же деньги. Да? Она такая, да, 500 дорого, говорит, что поставьте 100 рублей или 50 рублей. Вам же, говорит, типа не денег надо заработать, а что, пьесу ставили. Вот, и я согласился с этим аргументом, и мы там, по-моему, 100 рублей поставили. Я, конечно же, с тех пор, ну, я эти деньги, они там так и лежат. Надеюсь, что они каким-то образом... Нашли им какое-то применение, если были какие-то продажи. Вот, можно сделать такую вещь. Вот, либо можно отобрать, опять же, в интернете вся информация сейчас есть, да, найти информацию о драматических театрах и сделать рассылку, отобрать там, скажем, 30-50 наиболее перспективных театров, то есть посмотреть на театре есть, современная драматургия в репертуаре, да, то есть зашел, посмотрел репертуар, ага, есть там Пулинович, например, есть Молчанов, есть Белецкий, то есть есть хотя бы одна пьеса современной драматургии, значит, ага, работает театр современной драматургии, и можно, значит, ставить галочку, брать адрес и отправлять текст пьесы туда. Ну, естественно, там должны быть и ваши контакты, чтобы, если что, с вами связались, чтобы вы в электронном виде пьесу отправили, чтобы ее можно было распечатать и работать с ней. Тоже это повышает вероятность того, что пьеса будет замечена, потому что, опять же, да, сидит завлит, вот он получает там 10 пьес, 20 пьес в месяц получает, да, ему надо их читать, хотя бы одним-то глазком надо заглянуть, а тут получает отдельную книжечку приятно держать в руках, да, книжечку можно взять домой и дома
попивая чай или лежа в ванной, можно ее с удовольствием перелистать и прочитать. А если пьеса хорошая, так и с удовольствием читать и перечитывать. Вот такая рассылка. Рассылку такую я тоже рекомендую сделать. Насколько понятна эта мысль по поводу рассылки? Если понятно, то пишите, что понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Есть. Следующее, что можно сделать с пьесой? Можно сделать читку самому, можно поставить спектакль самому. Да, то есть тоже мне такие случаи известны. Да, например, Мальгин там продюсировал, у него был такой роман про писателя, пасквиль такой, хейтерский пасквиль, довольно забавный, про писателя Приставкина, с которым они там вместе жили, в одном доме писательском, и, значит, вот он такую карикатуру в духе Войновича написал на него. Назывался роман «Советник президента». Он прям действительно довольно забавный и довольно талантливо написан. И вот он, в числе прочего, сделал Присядкин, герой там был такой Присядкин, вот, сделал «Присядкин на том свете» пьесу. И сам спродюсировал, сам поставил, я не помню, где, что-то типа такое, антреприза у него было. Так вот, да, можно сделать такую вещь, то есть есть площадки, где, в общем, с пониманием относятся к каким-то проектам, можно прийти, предложить проект, да, самому найти режиссера и самому спродюсировать спектакль по своей пьесе. Бюджеты ничтожные. Или вообще безбюджетные такие проекты делают. Например, на постановку «Убийцы» в театре ДОК мы получили грант. То есть театр написал заявку на эту постановку и получил от Министерства культуры грант. Насколько я помню, я сейчас не помню, но это было, например, там 50 тысяч рублей. На эти деньги были сделаны декорации. Но они простенькие, такие да, довольно бумажные, там бумажные такие разворачивались рулоны бумаги, там дорога, там еще что-то, довольно симпатичное, красиво смотрелось на этих черных стенах доковских. Была заказана музыка, были заказаны песни, по-моему, три песни было, была оплата режиссеру. То есть режиссер там типа жил несколько месяцев, не знаю, как ему это удалось, но он на эти 50 тысяч еще жил, пока шла постановка, пока шли репетиции. Вот, то есть это все очень недорого. Понятно, что там большая постановка в МХАТе или в театре Вахтангова со сложными репетициями, со сложным этим самым реквизитом, да, понятно, что это там миллионы рублей. Но чаще всего достаточно там стула и тапка для того, чтобы поставить такой простой малобюджетный спектакль. И можно найти площадку, где с этим спектаклем можно работать. Если у вас, допустим, мало актеров, да, 1-2 актера, и есть потенциал какой-то, что люди будут ходить на этот спектакль, можно самому спродюсировать такую вещь. Вот. Ну и, наконец, самое простое, что можно сделать, читку самому. А вот. И самое простое, что можно сейчас, что можно сделать в текущей ситуации, это сделать онлайн-читку. И когда началась пандемия, началось просто большое количество разных читок. И мы, кстати говоря, мы тоже делали читки. Мы делали читки сценариев, делали «Мою Москву», делали, что-то еще мы делали. Шпаликова мы делали какой-то сценарий, не помню, который точно. «Девочка Надя, чего тебе надо», по-моему, не «Прыг-скок».
Последний, да, девочка Надя. А, вот. И делали, да, и делали Ленин в октябре сценарий. Тоже очень забавная читка была. А, значит, и большое количество актеров, активных актеров, которые хотят что-то делать, да, они оказались заперты дома, и всем хотелось что-то делать. И все через Zoom, там, чуть ли не каждый вечер было какое-то театральное мероприятие, все делали. Следствие было этого такое, что люди к читкам стали относиться более-менее спокойно, да, все поняли, как их делать, все поняли, как их смотреть, да, то есть у людей это уже не возникает такого, я не понимаю, что это происходит. А, читка, интересно, да, дай-ка послушаю. Ну, послушаю. Вот люди начинают слушать, и текст начинает каким-то образом жить. Вот, поэтому я советую вам, да, я не могу настаивать, но я советую вам, вот у нас есть там около 30 текстов, почитайте тексты друг друга и спешитесь прямо вот здесь в комментах после этого урока, после этого занятия, спешитесь друг с другом и сделайте читку ваших текстов, то есть у тебя есть пьеса, у меня есть пьеса, да, а может быть даже у меня нет пьесы, а у тебя есть пьеса, а мне она нравится, давай сделаем вот с тобой читку. И дальше вот есть ВК-звонки, бесплатный сервис, да, через ВК-звонки делайте трансляцию у себя, сохраняете запись, да, времени это займет там 10 минут, репетиции не надо, техники никакой сопутствующей не надо, можно с телефона выходить, можно с ноутбука выходить. Вот, я опять же трезво оцениваю как бы упоротость своих коллег, да, и я понимаю, что из 30 человек, может быть, 5 человек сделают такую читку. Если никто вам не написал, и вы никому не написали, ну, с друзьями, кому-нибудь из друзей напишите и скажите, вот сегодня воскресенье, мне надо 10 минут твоего времени, давай с тобой сделаем читку моей пьесы. И давайте, чтобы мы как бы, ну, сняли какую-то вот эту чувство важности, а как это страшно, давайте мы сейчас сделаем читку чьей-то из ваших пьес. Мне бы хотелось, чтобы это была пьеса, которая была сдана первой. Это пьеса Натальи Колодезной, сейчас я проверю, ответила ли она мне, нет, не ответила, значит нет. Сейчас напишу. Значит нет. Сообщение она моя видела 20 минут назад, да, а почему-то не ответила. Ну, значит, наверное, не хочет. Соответственно, следующего беру я человека. Наталья, это Светлана Конторович. Светлана, вы здесь? Светлана Конторович, здесь ли вы в эфире и готовы ли вы со мной сделать читку вашей пьесы? Это чистая импровизация. Я не читал вашу пьесу. Читать буду с листа. Да, и так, здесь Колодезная появилась, Наталья. Так, здесь, Наталья, вы готовы делать читку по вашей пьесе? А почему вы мне не ответили? Я ж вам не просто для своего удовольствия написал, а для того, чтобы делать или не делать. Сейчас давайте разбираться, как это сделать. Я специально не тестировал ничего, специально не делал предыдущую какую-то самую, для того, чтобы вы видели, что со всей лажей, со всеми оговорками, со всем этим самым, да, чтобы вы видели, что это можно сделать. Так. Ага, вы должны быть у меня в друзьях, для того, чтобы я вас мог добавить. Так, сейчас я вас добавлю.
Пока напишите, понятна ли вам задача. Наталья, добавьте меня в друзья, что я вас не вижу в списке друзей пока. Не могу найти. Так, я жду. Я отправил вам заявку. Если вы не хотите быть у меня в друзьях, можете отписаться после этой читки. Сейчас давайте мы не задерживать остальных. Нет, я вас не вижу. Наталья, вы меня слышите? Вы здесь? Нет, что-то не идет тема. Сейчас следующего возьму кого-то. Не хочет, видимо. Так, ладно. Ок. Да, ребят, в комментах, да, понятно, по поводу читки. Давайте так, пока мы решаем организационные вопросы. Понятно ли по поводу читки? Задание по поводу читки. Найти кого-то, 28 пьес у нас, да, значит, 28 читок должно быть. Я понимаю, что 28 не будет. Хорошо, если 5 будет. Ну, будет классно, если будет, например, 15. Авторы же еще боятся, стесняются свои тексты читать. Так, я вас не вижу в списке. Так, добавить участников. Он не видит вас. Система не видит вас. Клавдию вижу. Пригласить звонок. Да, все, вы у меня в друзьях. Так. Нет, хоть треснет, не видит. Так, хорошо. Может быть, мне попробовать ссылку? Сейчас мы попробуем по-другому. Наталья, значит, я вам сейчас в личку отправлю приглашение на звонок. Может быть, мы так попробуем. Это давайте не... О, Господи, все, Наталья. Если я должна читать, то нет. Все, это вот начинается. Давайте, кто у нас следующий? Кто хочет? Кто-то мне уже написал, что хочу. Да, Зоя пишет. Зоя Кравченко. Сейчас я вам в личку отправлю. Зоя Кравченко, отправляю вам в личку сообщение на звонок. Заходите. Так, Зоя Кравченко, жду в звонке. Сейчас я пока ваш текст найду.
Так, Зоя Кравченко, пожар. Есть. Зоя, проходите по ссылке. А, вот они вы. И как мне вас пригласить? А, вы уже здесь. Вы меня видите? Да, здравствуйте. Вы меня видите, вы меня слышите? Да. Так, ребят, напишите в комментариях, видите ли вы Зою? Я хочу понимать, получилось ли у нас вывести ее в эфир. Видите ли вы и слышите ли вы Зою? Здравствуйте всем. Я вас, по крайней мере, вижу. Сейчас в чате ребята напишут. Да, все, видим. Все, погнали. Значит, сейчас я текст ваш откройте, чтобы он у вас был. Так. Давайте так. Вы читаете за Олю, я читаю за Сашу. Вы читаете за автора. То есть читаете ремарки и описание действия. Хорошо? Я за Олю и ремарки. Да. Персонажей не надо читать, да? Имена персонажей, ну, мы читаем за себя, да? То есть вы Оля, я Саша, симпатичный высокий мужчина, муж Оли, 32 года. Угу. Все, читайте с самого начала. Угу. Погнали. Пьеса «Пожар». Наши дни. Лето, утро, однокомнатная квартирка. Распахнуты двери на балкон, занавески развиваются от легкого ветерка. На кровати просыпается, подтягивается Оля, она встает с кровати, проверяет время на телефоне, лежащем тут же рядом на тумбочке. Замирает, прислушиваясь к звукам на кухне. Оля на цыпочках идет туда. Посередине кухни разложена раскладушка, рядом у стены стоят и лежат 5 пивных бутылок. На столе полная пепельница окурков, тарелка с ошметками от креветок и воблы. Оля воротит нос. Оля, сколько раз говорить? Оля берет тарелку, трясет тарелку над помойным ведром, парочка креветочных хвостов прилипла к тарелке и не хочет отлипать. Оля, пофиг. Оля кидает в ведро грязную тарелку, хлопает шкафчиком кухни, бежит в ванну, сдерживая позывы рвоты. По пути Оля пинает бутылки на полу, те звеня разлетаются по кухне. Слышно, как Олю тошнит в ванной. Льется вода, выключается кран. Оля выходит, шатаясь из ванны, подходит к балкону, опираясь руками, стоит, дышит, приходит в себя. На незастекленном балконе на веревке сохнет мужское нижнее белье. Оля с презрением смотрит на него. Из окна квартиры видна небольшая площадь с памятником Ленину, указывающим куда-то рукой. Оля, ну все, да, дедуль, туда мне дорога, обращается к Ленину. Оля заходит в комнату и начинает решительно собирать свои вещи. Снимает со шкафа чемодан, открывает и начинает в него бросать, сдирая с вешалок платье и блузки. Надевает брюки в обтяжку и топ. Оля останавливается, осматривает комнату, берет телефон с комода и наговаривает на него аудиосообщение, держа перед собой телефон. Оля, Лепчик, ну ты была права. Почему он пьяный вечно жрет свои креветки? Неделя не прошло, он опять с друзьями в баре. Один раз в неделю, говорит, это не алкоголизм. Работа типа тяжелая, но это конец, подруга. Хорошо, хоть я ради него работу не бросила. Смотрит на себя в зеркало, приглаживая синяки под глазами, потом поворачивается спиной и рассматривает попу в зеркало. Оля, я ж, если присмотреться еще, ого, так если предложение еще в силе, я у тебя перекантуюсь пока, ладно? Позвони, когда проснешься, Соня. Оля отправляет аудио-смс и бросает телефон на диван. Закрывает чемодан, берет маленькую сумочку, запихивает туда припрятанные деньги в книгах, туда же кладет телефон. И с чемоданом идет к входной двери. Смотрит на тумбочку в прихожей, перерывает все, поднимая расчески, какие-то квитанции, заглядывает в первый ящик, проверяет карман висящего плаща, свою сумку, дергает ручку двери, закрыто. Оля, твою мать, Саша. Оля еще раз осматривает все вокруг, наводя беспорядок, но ничего не находит. Оля ушла по-английски. Оля бросает в прихожей чемодан, сумку, заходит в комнату, садится на кровать. Хочет заплакать. За стенкой раздается сильный стук и крики. «Помогите!» Оля подбегает к стене, прижимаясь к ней ухом. Крики. «Помогите! Пожар!» Оля, пожар? На лестнице слышна беготня и топот соседей. Оля бросается к входной двери. Оля. «Это Оля из 58-й. Кто там? Я здесь, я заперта. Слышите, там пожар, я не могу выйти. Ключи у Саши, у мужа. Он, наверное, в магазине. Помогите мне!» – кричит и бьет рукой по двери. Шум на лестничной площадке прекращается. Оля безуспешно бьет в дверь рукой. Бессилие садится на пол, опираясь на дверь спиной.
Через плинтус в квартиру начинает заползать серый дым. Оля вдыхает и зажимает рот рукой. Оля, ай! Оля кашляет и, пятясь от дыма, заходит в комнату. Где-то на улице слышен звук пожарной сирены. Оля бежит на балкон. Мимо окон проносится пожарная машина. Оля, слава богу! Эй, я здесь! Оля машет рукой. Оля заглядывает в комнату, дым все больше наполняет ее. Она хватает полотенце с веревки, мочит его в ванной и затыкает им плинтус в прихожей, с которого идет дым от соседей. Оля закрывает дверь, ведущую в прихожую, плачет. На улице под балконом слышен мужской голос. Саша, Оля! 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 Оля вытирает слезы, выходит на балкон. Саша стоит под балконом, когда видит Олю, прячет за спину букет. Фу, Оля, ты меня напугала. Я думал, ты спишь. Там пожар в 57-й у этой бабки, которая вечно нам палкой стучала, как-то ты меня пилишь. Сильно горит. Меня в подъезд пожарные не пустили. А как баба Рая? На улице стоит, ревет. Оля, ты плакала, что ли? Не бойся, они сейчас все потушат. Ты запер меня. Боялся, что уйдешь раньше. Саша галантно протягивает Оле пышный букет цветов. Это тебе. Да ты меня прям балуешь. У меня еще предыдущий не завял, ставить некуда. Ну что ты опять, пилить будешь? Ну повод был вчера, день рождения шефа. Как я могу ему отказать? Иван Петрович, простите, но мне жена запретила. Ну, Оль, ну последний же раз я обещал тебе. Прижимает к груди букет. Все, можешь засунуть свои обещания себе вместе с букетом. Понял? Я ухожу. Я серьезно. Куда? Оль. Пожар закончится, я сразу уйду. Я уже вещи собрала. Оль. Ты чё, из-за одной гулянки? Саш, ты серьезно? Если что-то произойдет, то у тебя алиби на каждую пятницу твоей 30-летней жизни. Мне надоело ждать тебя под утро и думать, на каких рогах или ногах ты явишься. А потом ты варишь эти вонючие клетки, без которых тебе не заснуть. Сколько раз я тебе говорила, мои родители пили, я не буду с таким человеком детей рожать. Я ж тебе обещал, как только две полоски, я сразу зуб даю. Сразу всех друзей пошлю. Саша театрально падает на колени. И Мишку, и Витьку. О, этих в первую очередь. Оля, мы будем с ними только чай пить. Останься, прошу. Эту же квартиру ты снимаешь. Мне ее одному не сдадут. Конечно, но свое ты еще не заработал. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. А у тебя только одна толстая подружка Лерка, с которой никто спать не хочет. Вот она тебя и подзуживает. Разведет нас и рада будет. Так? А мои друзья, между прочим, нам на первый взнос на двушку дали. Вот и живи со своей кучей. Не, жить с ними я не могу. Знаешь, что Витек вчера учудил? Украл дорожный знак. И знать не хочу. Какая ты скучная, Оля. Ну почему ты так любишь портить наши субботы? Наши субботы? Клоун. Оля истерично смеется. Видишь, я тебя веселю. Ты на меня уже не сердишься. Оль. Что? Угадай загадку. Почему ты не можешь уйти от меня? Почему? Ну угадай. Потому что ты придурок. Потому что ключики-то у меня. Смешно. А знаешь, что еще смешнее? Что? Оля забегает обратно в квартиру и начинает вытаскивать вещи Саши из шкафа. Оля выскакивает на балкон и скидывает Саше какие-то рубашки, джинсы. Вещи, разлетаясь, падают вниз. Саша поднимает одну. О, хорошие вещи летают. Оля забегает снова в квартиру, хватает ножницы, берет из шкафа костюм и прямо на вешалке выносит его на балкон и начинает резать. Раз я не могу уйти от тебя, услышишь, ты уходишь, понял? Что тут твоего? Я тебе сейчас все отдам. Вот тебе костюм. Что еще? Лыжи? На что ты еще заработал? Оля скидывает вниз лыжи, палки от лыж кидает Сашу по одной, как копья. Саша со смехом уворачивается. Да, детка, обожаю, когда ты заводишься. Оля, ты чертовка моя. Оля пинает вверх футбольный мяч. Оле, 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 оле. Вот тебе. Собирай давай. Пакет тебе скинуть. Оля снимает оставшиеся сохнуть мужские трусы и тоже кидает Саше. Саша поднимает внизу стринги. Оль, это не мое. Показывает ей стринги. Да пошел ты. Оля начинает кашлять. Из комнаты на балкон валит дым. Саша мрачнеет. Оль, заканчивай. Тебе надо спускаться. Как ты себе это представляешь? Ну, тащи простыню, рот прикрой тряпкой. Вон трусы мои, они чистые. Оля, закрыв трусами, рот забегает в комнату, Саша ждет, начинает волноваться. Оля! Оля! Давай, Оля! Оля выскакивает из дыма на балкон с простыней. Как ее завязывать? Она ж не выдержит меня. Да ты у меня дюймовочка, выдержит. Оля неловко вяжет узел к перилам балкона, но у нее с трудом выходит завязать длинную простыню узлом. Она злится. Я не могу, она слишком широкая, мне не сделать узел.
А ножницы? Ты же резала. Где ножницы? Оля смотрит на пол балкона, оглядывается и начинает в истерике плакать. Там! Кивает на комнату. Подожди, я сейчас. Саша убегает во двор. Оля закрывает дверь на балкон, дым валит из форточки на улице. Оля кашляет. Саша подбегает к балкону, запыхавшись. Оль, там все серьезно. Они пока не могут тебя снять с балкона. Сказали, все закрыть. Ты закрыла уже. Молодец. С тобой ничего на балконе не произойдет. Тут ничего не загорится, тем более ты мне все выбросила. Это все из-за тебя, все из-за твоих пьянок. Я так ребенка хотела, так семью хотела. Где моя семья по пятницам? Где? В каком-то очередном баре тусуются, ипотеку эти взяли. Вот я дура, со слезы. Ну не в съемной же всю жизнь жить, а ребенок появится. Какой ребенок? Ты его с собой в бар потащишь? Я ж тебе обещал, я сразу прекращу эти встречи с друзьями. Сразу. Оля садится на пол балкона и прислоняется головой к решетке. Оль, ты как? Плохо. Саша бросает, наконец, букет на землю и, потянувшись, лезет к Оле по водосточной трубе. Оля встает и смотрит напряженно за Сашей. Труба скрипит, раскачивается, Оля охает, труба, оторвавшись, падает Саше на землю. Саш! Я в норме. Оль, тебе нужно прыгать. Тут не слишком высоко, я тебя поймаю. Я боюсь. Давай, перелезь через решетку, повисни на ней, останется всего чуть больше метра лететь. Ты сможешь. Оля перелазит. Так? Давай, молодец. Оля повисает на решетке прямо над первым этажом и прыгает, и приземляется ровно на Сашу. Тот ударяется головой о землю, теряет сознание. Оля сидит на нем сверху, трясет его. Саша, Саша, очнись, миленький мой, только очнись, слышь, люди, помогите, помогите же нам. Саша, ты чего? Саша, не умирай, слышь, Сашенька, я беременна. Саша открывает глаза. Правда? Что? Прям две полоски? Тошнит меня уже 2 недели от тебя. Ну вот видишь, как хорошо. Хорошо? Что тошнит? Что Витек дал мне на ипотеку, а я, как и обещал, с ним все только по пятницам. Ты сейчас еще раз головой ударишься. Я про чай. Только чай. Оля встает и собирается уходить. Саша, схватившись за затылок, вскакивает за Олей. Ну, Оль, ну давай раз в месяц только, ладно? Саша на ходу подхватывает букет и выручает Оле. Оля делает вид, что она еще дуется. Секс тебе будет только раз в месяц. Саша бежит за Олей с букетом. Ну, пока ты беременна, я не возражаю. Слушай, у меня прям чешется. Давай Витьку позвоним, новости расскажем, а? Пойдем в аптеку сначала, тест купим. Я тебя люблю. Хочу, чтобы все знали, как я тебя люблю. Такая хорошая суббота получилась. Оля берет Сашу под руку. Из двора выезжает пожарная машина. На земле валяются ветки, лыжи. С балкона свешивается, как флаг, белая простыня. Все. Есть! Занавес! Отлично. Все, большое вам спасибо автору и Все, я удаляюсь. У актрисы. Да, все, можно удаляться, возвращаться в чат. Спасибо. Все, супер, по-моему, отличный текст. Единственное, что... Да, ребят, значит, напишите сейчас... У меня 2 вопроса к вам. Первый вопрос. Все ли вы видели и все ли вы понимали, что происходит на сцене? Это первый вопрос. Второй вопрос. Было ли вам интересно, вот в процессе этой истории, было ли вам интересно, что будет происходить дальше? Вот 2 вопроса. Ответьте на 2 вопроса в комментариях. Есть. Да, Зоя, огромное спасибо за то, что вы так, ну, за отличный текст, во-первых, а во-вторых, за то, что вы вызвались добровольцем, и все отлично, быстро мы с вами отчитали, да? Ни одной репетиции, как вы видите, да? Мы не Оля, хотел сказать, не Зоя, не я, мы не являемся профессиональными актерами, да? Мы взяли текст и прочитали его с листа. Все понятно, да? Все вот люди пишут, да? Кому-то было интересно, кому-то не было интересно, да, но самое главное, что все было понятно, да, самое главное, что понятно, что происходит, да, что читки, да, даже вот такой простой читки, сделанной на коленке, без репетиций, без слаживания, да, мы с Зоей сегодня друг друга увидели впервые, да, за минуту до читки она еще не знала, что она будет читать.
этот текст, да? Я за минуту дочитки тоже еще не знал, что я буду читать этот текст, да? То есть все абсолютно импровизированный выход. К чему я это рассказываю? К тому, чтобы вас поощрить к этому, чтобы вы сделали такой же фокус сегодня. Почему? Потому что, естественно, если бы вы просто глазами прочитали текст, вы бы его увидели совершенно по-другому, да, по диагонали прочитали, да, ну все понятно, окей. Да, сейчас для вас и герои ожили, и ситуация ожила, да, то есть все как-то, да, вы начали видеть, и этот текст совершенно по-другому. Я бы там единственное ремарки по-другому немножечко оформил, потому что все-таки ремарка в скобках, да, она должна быть либо перед репликой, да, а если она после реплики, то переводите в описание действия. Там у вас в одном случае ремарку надо переместить выше, да, перед репликой поставить, а во втором случае надо убрать скобки, там просто описание действия. Все отлично, замечательно, да, живая пьеса, диалоги хорошие, да, то есть все, все понятно. Да, есть некая предсказуемость, да, такая сериальная. Да, но в этом нет тоже, я в этом беды большой не вижу, да, то есть, опять же, я не жду, чтобы вы там первую пьесу написали сразу же на уровне Жан-Поль Сартра, да, на уровне мух, естественно, но сюжет работает, все повороты есть, герои узнаваемые, да, а самое главное, что все понятно. Все, что каждое событие, понятно. Все, я считаю, что задача, как учебной пьесы, задача выполнена. Да? И в принципе, да, то есть никто не разбежался. То есть все слушали пьесу. Интерес она держала, так или иначе. Таким образом, друзья мои, что я вас попрошу сделать? Пробегите глазами. Вот у нас есть 28 пьес в комментариях. И свяжитесь друг с другом, да, то есть вот у вас есть пьеса, да, напишите кому-то другому, да, следующему. Я думал, как это сделать? Сделать, рассчитаясь по первой, второй. Но я думаю, что все-таки, да, надо немножко больше как бы добровольности такой, да, вот кто-то, вот Наталья не захотела сама читать пьесу. Свяжитесь друг с другом, да, найдите себе партнера по тексту вашему и сделайте вот прямо сегодня, давайте не откладывать, давайте мы дедлайн сделаем сегодня в течение дня и завтра до 12 часов, да, вот сутки, 24 часа. Но я думаю, что можно сегодня до конца дня это сделать, да, в ближайшие пару-тройку часов. Выбрать себе соавтора, и даже если вы не написали пьесу, да, есть чья какая-то пьеса, кто вам нравится, да, напишите и скажите. Я пьесу не написал, но давайте я хочу с вами вашу пьесу почитать. И делайте это не в личку, а в комментах для того, чтобы люди видели, что... А если уже договорились с кем-то, да, значит, все, этому уже можно не писать. Чтобы... И смотрите, если нет ни у кого, да, вот к тому обращайтесь. Чтобы у нас все эти пьесы, ну, хотя бы половина из них, получили читки, и когда сделаете читку, да, вот через ВК звонки, делайте трансляцию, у себя на странице транслируйте, даже если 5 человек посмотрит вашу читку, это уже будет хорошо. Вы по-другому совершенно начнете воспринимать ваш текст. И пришлите ссылку на запись вашей читки, пришлите сюда, в этот урок, в последний, финальный, в комментарии. Понятно ли домашнее задание? Это будет наш выпускной экзамен нашего с вами курса «Пьесы за неделю». Ну и пока вы пишете, или если есть какие-то вопросы по всему курсу, я готов вам на них отвечать. По мастерской, если есть какие-то вопросы, тоже задавайте. Значит, мне по большому счету не нужны ни отзывы, ничего, потому что я понимаю, что да, я заставляю там, когда самодисциплина, практическая магия, я заставляю писать отзывы. Здесь я понимаю, что драматургия, да, пьеса – это специфическая достаточно история, может быть, не всем даже эта тема интересна будет, не буду вас заставлять всех отзывы писать. Кто захочет, напишет отзыв, запостит свою пьесу, да, и пришлите мне ссылку на ваш отзыв. Мне будет приятно, ну, как бы не более того. Это такое тоже дофаминовое поглаживание, да?
да, такой, мне всегда, когда я делаю курс, да, потом я там с удовольствием читаю отзывы участников на своей странице, здесь только не надо в комментах, да, Александр, спасибо, было мне там, да, было очень интересно. У себя на странице напишите, ваши подписчики увидят, тоже заинтересуются и захотят тоже прийти и послушать хотя бы в записи. Ну и, соответственно, самое главное, мне из вас нужно примерно 10-15 человек. То есть у нас половина курса уже занята, пьеса в мастерской. Да? То есть если из вас человек 10, да, 15 не надо, даже 10 человек придет, то в принципе нормально, потому что еще остальные у нас там из мастерской подтянутся. Тоже мне, я как бы не, у меня нет задачи такой сделать инфобизнесовый запуск, да, чтобы все быстро за неделю все места были распроданы, да. Мне важно, чтобы пришли нужные люди, и вот вы — это нужные люди, да, потому что я с вами уже неделю работал, вы уже там знаете, что со мной можно, что со мной нельзя, да, за что я забанить могу, настроились на мой, что называется, как бы, да, то есть на мой камертон эстетический и этический, мне с вами будет проще в мастерской писать большую пьесу, и вам будет со мной проще, нежели если вы пришли вот к незнакомому мастеру. Поэтому вот человек 10 из вас я хочу видеть в мастерской, ссылка у вас перед глазами, не откладывайте на потом, не откладывайте на после отпуска, а лучше как можно скорее займите место на курсе, и мы с вами в сентябре начнем. Хочу на курс по роману, ну, курс по роману сейчас идет, он в следующем году только будет новый. Будет ли цена, я не знаю, такая же. Давным-давно уже надо повысить цену. Я последние 2 года, я, мне кажется, просто из лени не повышаю цену. У нас сейчас цена курса 69 500. Давным-давно надо повысить 1090. За трехмесячный курс это очень мало. Я думаю, что, может, со следующего потока мы повысим. Стоит ли развивать данную историю на 5-6 героев? Или начать что-то новое? Вы сейчас про какую пьесу спрашиваете? Про пьесу Зои? Понятия не имею. Ну, как бы, это творческие вопросы. На курсе мы будем новую пьесу. Естественно, мы никаких у нас там предыдущие пьесы мы никакие использовать не будем. Мы будем начинать с нуля. Мы снова будем строить фундамент пьесы, снова работать над героями. То есть одноактная пьеса. И пьеса для большой сцены, она пишет просто по разным правилам пишется. Поэтому можно ли 2 мужчин для читки моей пьесы «Дикий мед»? Ребят, Радомира Мальцева, вот 2 диких мужчины есть у нас тут в чате? Напишите, вот Василий и Владислав, напишите Радомире, найдите ее там в комментарии с ее пьесой. И вот Радомира, Василий и Владислав уже вызвались и готовы с вами читать. Потом мне, ребята, пришлите ссылки на записи, я посмотрю записи читать. Оплатил курс. Видел, что должно быть домашнее задание, список литературы перед ним. Сейчас посмотрю, выложен ли у нас список литературы. Онлайн-курс пьеса. Литература для чтения. Вот зайдите в аккаунт, по ссылке, вот вам там ссылку присылали, где будут проходить уроки на mail. Вот зайдите по ссылке, и там лежит, там два урока уже выложат. Второй урок — литература для чтения. Там выложены файлы книг, которые надо прочитать. Так, Елена Филиппова. Ребята, мне тоже нужен мужчина на вечер. Мужчина какой-нибудь. Отзовитесь Елене Филипповой. Вот Людмила пишет в свою очередь. У меня нет пьесы, а в читке с удовольствием могу поучаствовать. Вот, Людмила, напишите кому-то про это самое. Ребят, еще раз, я ни один текст, написанный здесь, не читал. Я не читаю тексты, написанные на бесплатных наших курсах. Никогда.
Я читаю и даю обратную связь только по текстам, написанным в сценарной мастерской. Иначе зачем было бы вам, если бы я прочитал все ваши тексты, которые здесь написаны, дал бы вам обратную связь, сделал бы разбор всех текстов. А зачем вам тогда идти в мастерскую? Я же бесплатно все научил всему. Должно же быть что-то, что отличает наши бесплатные курсы от платных. Вот это... Одно из отличий состоит в том, что я не даю обратную связь на бесплатных курсах по текстам. Собираетесь ли вы сделать какие-нибудь изменения, исходя из опыта настоящего курса в программе большого курса? Разумеется, конечно же. Более того, я их делал каждый день. То есть курс, наши курсы, они меняются постоянно. Да, то есть там остаются, естественно, базовые какие-то вещи, там, условно говоря, есть эннеаграмма, да, если она есть в курсе, то чаще всего она в нем есть, но иногда я там тоже что-то переношу, есть там по метастратегиям, условно говоря, занятия, да, есть занятия по, там, не знаю, по моторным полям, да, то есть основные какие-то опорные, фундаментальные вещи остаются, да, но при этом постоянно идет докрутка, постоянно. Не то, что я перед каждым курсом, да, у нас, допустим, сценарий полнометражного фильма идет 9-й поток, да, вот я 9 раз полностью переписывал конспект. И не только полностью весь конспект переписываю, да, не в том смысле, что заново его пишу, да, я постоянно там по чуть-чуть здесь там добавил какое-то задание, здесь там что-то убавил, в зависимости от того, я смотрю, да, чтобы было результативнее. Я перед каждым уроком очень часто меняю конспект. То есть каждый урок меняется, а не то, что один раз, а вот постоянно, идет постоянное изменение. И здесь то же самое, да, то есть я даже с тем, что у меня там есть довольно хорошее понимание того, что должно быть на курсе, да, у меня был конспект, и каждый день утро у меня проходило в докручивании конспекта, в докрутке конспекта. Я смотрел, ага, судя по всему, вот это там, на это не среагировали, это не поняли, да, значит, вот это надо разжевать, вот это надо повторить, вот это мы убираем, да, вот это мы добавляем. И докрутка этого курса проходила постоянно. И параллельно у меня был постоянно открыт курс, конспект курса по пьесе большого, и там постоянно тоже я, ага, думаю, а в этом курсе надо вот это изменить, вот это там вот это надо добавить. Постоянно идут изменения. Мастерская – это очень живая вещь, да, то есть я не органчик, который один раз что-то там придумал, да, и потом повторяет одно и то же. Есть ли оплата в рассрочку? Нет. Никогда, у нас никогда, смотрите, у нас нет и не будет никогда оплаты в рассрочку, у нас никогда не будет и не было никогда никаких скидок, да, никаких отсрочек на оплату, нет, ничего этого не будет. 70 тысяч – это очень небольшие деньги за трехмесячный курс, это семестр обучения, да, то есть вы фактически получаете в руки профессию. Я считаю, что если человек хочет эту профессию получить, да, можно пойти и найти эти 70 тысяч. Не такие большие деньги. Вот. Так. Какой главный бонус, преимущество у курса в мастерской по сравнению с бесплатными? Ну, вы сделали один шаг. Да, что у меня вот интересные какие, да. Понимаете, я не играю в такие вот в инфобизнесовые вещи, да, игры такие, когда я делаю бесплатный курс, на котором я, да, только рассказываю про платный. Нет, мы всегда получаем результат, да, то есть там сценарий за неделю у нас был, да, у нас, мы писали сценарий, пьесу за неделю мы пишем пьесу, да, на романе у нас есть там технология бестселлера, на которой мы занимаемся разработкой книги, да, и есть люди, которым бесплатно хватает. Да, и у меня нет задачи сделать так, чтобы люди результат получали только на платный. Да? С точки зрения бизнеса, наверное, это было бы правильно. На бесплатном возбудить вас жажду,
а напоить допьяно только на платно. Нет, я в это не работаю. Так, да, то есть у нас бесплатный курс – это подготовительный этап перед платным, да, то есть это пробник такой. Вот вы попробовали, значит, если поняли, что это ваше, да, что мы с вами друг к другу подходим, да, как-то резонирует, мой голос в ваших ушах резонирует, с вашей черепной коробкой отзывается, да, значит, окей, надо дальше идти. Да, и там, естественно, да, самое главное – это обратная связь. Очень, она очень по-разному бывает, да, то есть, если, например, обычно у нас все там по полочкам разложено, если вы делаете то, что я говорю, вы результат неизбежно получаете. Ну, естественно, только если делаете. Тоже я не бегаю, да, и не уговариваю всех, сдайте, пожалуйста, домашку. Да? Домашку не сдал, обратную связь не получил, соответственно. Вот. Но если вы домашку сдаете, да, вы можете, да, то есть я дальше я за нее отвечаю. Моя задача дать вам такую обратную связь, чтобы вы получили результат. И, соответственно, если вы что-то не понимаете, да, это моя недоработка. Пьеса слишком короткий жанр, и я не вложусь, видимо, имеется в виду формат. Коротко и конкретно могут писать гиганты. Я вам говорил об этом на первом занятии, что, на мой взгляд, драматургия – это высшая форма существования литературы вообще. Так, вы проводите индивидуальные занятия? Нет. Раньше у меня была программа коучинга, я много достаточно времени ей уделял, и у меня на пике было 10 человек одновременно в коучинге. Но это очень тяжело, это прям реально, это невероятно тяжелая нагрузка. То есть это там понедельник и вторник, у меня было понедельник 3 человека с утра, потом пробежка и 2 человека вечером. Вторник 3 человека с утра, 2 человека вечером. Да, и среду я пластом лежал, то есть отдыхать не мог, отдыхал просто, настолько это выматывало. Четверг – мастерская, да, пятницу – отдых от мастерской, дальше – суббота, воскресенье. Да, то есть 2 года я в таком режиме жил, потом понял, что нет, это очень тяжело. Я отказался от индивидуальных занятий в итоге. Все, есть, друзья. Домашнее задание понятно, надеюсь, всем. Спрашивал ли я про домашние занятия? Да, нет. Да, всем. Все, домашние задания всем понятно. Все, тогда, друзья, увидимся в сценарной мастерской. Сохраните себе ссылку, пишите отзывы, делайте читки и присылайте ссылки на ваши отзывы. Ну, прежде всего, мне, конечно, хочется видеть ваши домашние задания не в формате отзыва, да, а в формате читки вашей пьесы и в формате оплаты сценарной мастерской. У нас прикольно, в мастерской прикольно. Наши участники, я вижу здесь довольно много людей, которые у нас учились. Вот Владислав Тенсин у нас учился. Кто-то еще тут знакомые имена видел. И Алеша Ходорыч у нас учился в мастерской в первом потоке. Вот. И увидимся в мастерской. А дальше увидимся на театральных сценах, на театральных подмостках. Спасибо вам за вашу работу в течение этой недели. Я получил огромное удовольствие. Не знаю, как вы, я получил огромное удовольствие. Мне всегда очень нравится, очень приятно видеть, что люди понимают, что люди понимают, получают результат, что люди задают умные вопросы, а вы все это время задавали умные вопросы. И, естественно, мне было приятно отвечать на ваши умные вопросы. Пока-пока.